Сотрудниками управления МВД России по городу Саратову проводится комплекс оперативно-профилактических мероприятий, направленные на пресечение осуществления незаконной предпринимательской деятельности по приему лома цветных и черных металлов. Аналогичный факт выявлен по адресу Московское шоссе, дом 30. В данном объекте организация не имела разрешения на осуществление данной вида деятельности, однако, несмотря на нарушение норм законодательства, в 2019 и в 2020 году осуществляла свою незаконную деятельность, в связи с чем 6 раз привлечена к административной ответственности. Из незаконного оборота изъято порядка 1200 килограмм черных и цветных металлов. Жители города Саратова в случае выявления подобных фактов просим незамедлительно сообщать по номеру телефона 747-016-02 либо 102 с мобильного телефона.